Скидки-то будут или нет? Да. Уль, да, вроде. Во сколько? Будет уль, да и походу. Не смойте меня, я прилечу. Либо 18.00, по месяц, 15. Лего сам сейчас. А, Зелка, положим, будет что-то в этом духе? Нет. Денег дорого. Серый, а какой у тебя ник в игре? Что? Какой у тебя ник в игре, Серый? Столб. Столб? Да. А, это ты тот чувак, у которого Ильнур перса забрал, да? Ну да, да, да. Я понял. Тогда надо заметки все поменять. А кто у тебя мейн? Ну, у меня сейчас мейна, собственно, нет. У меня аккаунт украли. Это вот этот Second Sox? Да, да, да. Да он до сих пор гений. А ты уже это вчера говорил, я помню. Не знаю. Да, и год не заходил, это же ты говорил. Может, его не украли? Ну, к сожалению, украли. Обычно, так что там все мейны. Убивают с гильдии, удаляют перса или ставят на продажу. Просто поменяли пас. Да. Кто знает, где Пэта у Ханта брать волка, только такого синего, и он весь в молниях, такой прям молния. Скол, него... это в грозовой гриде скол вроде, да? Его сегодня продавали за 500 голды. Тарник. Это рарник, но на него почему-то этот, блин, он по цискам не срабатывает. Ну не знаю, там прям... Срабатывает. По всему Пэту прям по молнии херачит там. Да-да-да, я срабатываю на него по ССК. Короче, загугли Скола, я сейчас в гильдию напишу. Там тебе покажут в гугле, где он находится. Надо список специально, как бы он. Короче, я в ФК сейчас приду. Олег, а нажми кнопочку. Да я не нажимаю кнопку, там просто этот музыкальный режим стоит. Сделаем на кнопку. Не бывай, сори, это я. Сори, дайте рост. Рост, давай, тотем оков поставь, шаман, тотем оков быстрей. Давай, Сакру. Бейте звезду быстрей. Бейте звезду быстрее, остальной трэш не трогайте. Не уешьте трэш, бейте звезду. Танки сведите там, постарайтесь вести все это говно в одну точку потом. Давайте там фулл баф по рейду, интеллект, каски, пообновите все бафы опять, быстрее убьем. Пойдите все в одну точку, а уешим. Весь трэш с инстом? Видели, как удачно меня откинуло, блядь, сегодня мой день просто. Пати, маги, кольцо льда, Айкин Блинк, спасибо, что ФКш. Я бью. Давайте танки таун. Давайте лайфхак для рестер шаманов. Поставьте тотем магму под мобов. Под шаману залей. Надо мажить 600к. Экстрима, давай вставай. Никто тебя не рестнет сейчас.
А чё, Ваня Варенька сейчас не ходит в рейды? Да он спился, говорит. Сбился с жизненного пути. Вам залей, пожалуйста, маны. У меня КД, я заливал Джерину, когда он умер. Чё там, фласки нужны кому-то? Ты что, с ГБ фласки не берёшь? Ну я пока тут стою, могу взять. Давай, бери нормально какой-то. Да я немного. Фласку напополам. Как раз по полчаса. Сейчас. Герцогиня, что ты бафал? Да, бафай эти кулаки, значит. И все. Этерните щиты. Напишите в РК Этерните, чтоб щиты бафал. Сам напиши. Не могу я написать. Там Алина сидит. Что, сало пищит? Алина сидит. Сидела, по крайней мере. Где, на Этерне? Не, в гостиной. Вместе с ананасом. Пусть сидит. Да, я уже вышла. Я же сказал это уже. Там он у нас какое-то время от времени сидит в гостиной у нас. Сейчас уже нет, но вчера заходил. Дел у вас, скорее всего. Джерион, дай мне ее аккаунт, я удалю всех персонажей. Дел у вас, это твой аккаунт в РК, что ли? Почему ты на другом? Он сказал, что зайдет к соседу поиграть. Понятно. Что мешает с компьютера соседа зайти в свою РК? Боится за пароли. Что ж это за соседи такие? А потом коронку, наверное, будет сложно набивать. Боится за аккаунт в РК, но не боится за персонажей. Никого вообще не смущает, что он в 12 часов ночи к соседу пошел. Нет, нормальная тема. Обычно к тебе находит. Давайте, надо, смотрите, надо отойти на пару минут. Просто скажу, чтобы пряник потанчил босса, мутант, первую копию, а Этернити вторую копию. И все. Давайте ассисты раздам, вы почекайте и скажите, что гоу. Вот, держи ассист тебе. Гоу! Подождите, дайте допить маму. Но они не услышали, просто напиши в РК. Подожди. Гоу! Давай мне, я нормально говорю. Да я еще не залетел в инф, подожди. Почему уже бьет? А, ну ладно. А ты, мой босса, поставьте только. Как стоят-то там? Спасибо.
Бахните, пожалуйста, каску на друидов. А зачем ты с меткой стоял во мне? Шонах. Шонах? Шаман. Какой шаман, Рома? Шонах. Гоу. Самогон, гоу. Гоу, гоу, пряник, гуляй. Я предлагаю ассистам кикнуть из рейда царя зверей. Так. Это ошибка была, ой, потому что царь зверей АФК в центре зала, и он сагрит Халёна, если мы убьем третьего босса. Я промахнулся. Ты пиздлявая пиздятина. Ну заебись, чё. Он теперь пришел, сори. Присни куда-нибудь, Виталик. Дарь зверей, присни, пожалуйста. Да вот он бегает возле нас. Подожди. Он не около нас бегает. Ебать, в смысле присни, ты ему говоришь, проси прощения у него. Блин, я рискал Рома, чтобы тебя кикнул. Пиздобол. Кажется, он виноват. Так. Почему копия не появилась? Потому что вот рейд. Я не могу того босса сагрить, пока меня кикнули, да? Ты можешь трэш сагрить. Сейчас, я этим займусь. Они тебя убьют, короче. Потому что не в рейде тебя никто не хилит. Бей. Ну, братан, ты сказал меня кикнуть, да? Чё? Ты сказал меня кикнуть, да? Ты ёбнулся, брат. Блин, стал бы тебя просто кикать. Ну-ка, ёбни, да, да. А ты то ещё чмо, конечно. Не дал 100 голда в трейс. Не, подожди, а зачем... Не, давай, давай, псих, аргументируй. А зачем ты меня просто так кикаешь? Вот ты, Виталик, потому что ты же хотел потроллить. Не, потому что ты врешь. Да ты запизделся просто прям при всех. Весь рейд скажет, что ты запизделся сейчас. Ты нахуй по 6 часов ЦСКА 25 гир релишь, еще и пиздишь пацанам. Нормальная тема. Хлебом не корми, дай попиздеть, да? Дайте каску, пожалуйста, друидам. Даже вместо прота можно каску. А есть мамонты какие-нибудь? Почему все на конях с ключа бегают? Не с ключа для пидоров. Потому что мы можем. Потому что свеча бесплатный конь. А какой мама конь? Дорого стоит. Какой конь, Рома, где ты? Вот справа от тебя прям на... Я печенька. Да ты сам. Зашем конь? Поставьте тотемы перед пулом. Спасибо, Димон, ты помог нам всем. Тотемы, все, блядь. Он не редкий, я думал, что у тебя какой-то там редкий. Есть конь, которого нет ни у кого, блять, вообще ни у кого. Какой? Какой конь? Белый ледопард. Питерский. Белый что? Ледопард. Тигр так такой. Это конь, это ледопард. Чего? Кто? Я говорю, это же ледопард, это не конь. А, спасибо, Димон. Я попутал с вами. Да, антифир. Как ты его получил? Когда-то еще давным-давно 5 на 5 были сражения, типа, я его выиграл, ну, наша пятерка выиграл. Получается, дали пятерым? Да. Щиток обновить, Дим. Да какой это год-то был? 12 или 13. 11 где-то там. Просто в 11 году все ряга. Не, там именно типа турнир был такой от ГМ. Да, я про арену говорю, что в 11 году там типа все рягали арену, они ходили в инсты. Нихуя, там в 11 году был один шем на серве у Вара по ясника Магафон, короче, его никто на БГ не мог. Да, 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 я помню, он на БГ шел. Не надо, я тогда палом апал троечку тут. Ну что вчера мы вспоминали?
Чего? Нашел что вспоминать? Да, ты еще вспомни, что тот Шен не прокал, он просто дамажил, ну типа не было души. Это был первый, единственный дамначный сет. Да, он стоил 3000 рублей. 3000, ебать, 3000. До сих пор ни копейку на эту хуйню не потратил, горжусь аж этим. Чем ты именно гордишься? Тем, что не можешь 3000 потратить на хуйню какую-то? Или тем, что 3000 не потратил на хуйню какую-то? Тем, что 3000 не потратил на хуйню какую-то, а с гордостью их пробухал. А пробухать, как мне на хуйню потратить? В смысле, бухать это полезно для здоровья, укрепляет. Блять, прости, забыл. Девочку потратил. Девочки, ну, короче, кто гильфилит, чтобы я знал, надо. Знаю. Короче, так. Мне просто надо срочно отойти, скажите, где идти. Угу. Давайте, на 100 голды кто ролит со мной? Пошли. Пошли к дереву сюда. На 300 то самому. Сюда. Предлагаю. А я печенька, Виталий. Ну сюда иди. Слышно еще? Куда? Да, Олег, слышу. Хотите сыграть? Кидай, Ром. На 5 КИП. Рома. Давай. Игра закончилась. Я готов. Рома, кидай, Ром. Блин, да замолчите уже. Кидайте молча, Ром. Смотрите, если мы убиваем Лича. Убиваем Халиона. Вдвоем, Рома. Я не слышу тебя, Олег. Олег, тебя не слышно. Пидорик. 48. Так, отключить. Все, а сейчас слышно? Угу. Смотрите. Сделайте все микрофоны поменьше, чтобы более слышно было. Тоже отключить. Давайте сыграем в игру. Если мы убиваем этого дракона без РЛ, ну без РК, ну я только буду говорить там БР не того и БР не того, больше ничего не скажу, то я накидываю 5 КЕП. Но если мы вайпаемся, я минусую 1000. Если вы согласны принять игру, жмите «Да». Блять, это чисто когда ты рак ебаный. Да. Бля, хочется нажать «Да», но терять один КП не хочется. Я хочу в этот рейд. Тут все равно «Да» перерастает, чем «Нет». Я все вижу. Нажму «Да». Ты отнимать... Да мне пофиг на ИП, лишь бы убить. Побыстрее. Все, короче, П, все почти «За», кроме как огурчики, лолы и пряника, которые ничего не сказали. Виталик РК адептовская линкует. Так, а где он? Дай хоть. Там на СГАУЛ. Нет, против. Ты будешь всё, минусовать. Ну, все, играем сейчас без РК, сейчас скажу, что делать. Так. Транга как огурчик. Хилити в свету. Лола, Дарксайд, Синдин во тьме. Четвертая пати остается добивать големов. Холокоста заходишь во тьму. На третьей фазе дашь СС на как огурчик. Чат писать так... можно? Что? Чат можно писать? Ну, пиши в чат, если тебе поможет. В смысле, мы говорить-то сами можем между собой? В РК? Не. Не, ну... Мы тобой кто-то другой поэрлил. Или как? Так, без РК. Так тогда из РК надо выходить. Давайте проясним правила. РК будет просто, я скажу, там просто, там БР не того. Это просто эта ситуация, где нужны конкретные действия. А там, где... Побежали метеор, или выноси метку, диспель это, там, поворачивай на ред, я ничего не буду говорить. Ну все, отлично. Другие да. Тоже не будут хорошо. Говорить. Где я хилю? Да, что? Никому нельзя говорить. Свету. А бар, кто у свету? Свет, Лола, Дарксайд, Синдин, тьма, по пати сказал, Этерни танчит трэш, мутант. Олег, Олег, у нас нет что? Демона. А Холокоста кто? Африк. Сейчас Холокост. И у него демона нет? Не знаю. Ребята, в РК скинул макрос на разбак адонов. Ребята, пожалуйста, прожмите его все себе, чтобы вы видели ебаные метки. Вы же не пидорас. Да. Вам никто не скажет сейчас. Я буду писать метка. В чат. Я в чат буду писать. Да пиши. Ну блин, короче, бьем без демона тогда. Я написал, есть демон. Ну, он играть не умеет. Шансы понижаются.
Герцогиня, раздавай кулаки. Ты ж кулаки бафал. Идеален, я есть демон. Во тьме диспелит Синдин, в свету диспелит Айкен Блинк. Ноу! Пусть Кригер подиспелит. Давай я подиспелю. Спасибо, Васап. Да, я могу еще метку поставить на себя. Кушайте рыбу. Темный баф обновите, пожалуйста. Пряник танчит свет. Мутант тьма. Скажу а вот, еще. Ты заходишь во тьму. Не остаешься добивать. На третьей фазе повесишь СС на как огурчик. Те, кто в свету, будут смотреть на третьей фазе после второго и пятого метеора. Если становится 40, то не бейте босса. Я напишу. Второй и пятый метеор и перебегайте, смотрите материальность. Стало 60, бейте. Стало 40, стопайте. А псих писать будет, так это минус КАИП сразу можно. Писать же можно. Давай псих по-честному, не пиши. Давай не пиши в натуре. Спасибо, Гера, мы же без РК. А что он будет писать? Он как-то поможет. Игра. Покажи, как я с ним писать. Я с него ассиста снял, и что он будет писать. И да. Вообще, Гера во тьме тоже сама должна дать. Ну да, посмотришь 60%, как будет дашь. Не, ну если так будет писать во время трая, точно не убьем. Давайте уже начинать, уже давайте. Надо закинуть каждого РЛа в пати, чтобы писали в группу. Как это палево, кто с Олегом? У нас в пати два, нам нормально псих. Далеко тоже два, даже три в пати. Первой пати тоже два. Три. Ну там я бы сказал один, если их пополам сложить. Царь зверей АФКшит. Био АФК у меня все. Ты знаю. А как ДД зайдут, которые задобивают больших? Включи голос Виталику. Так, Назгул спрашивает. Где какая пати? Я уже думаю, мы не убьем. Назгул, ты АДК и дамажишь свету на третьей фазе. Экстрема оставается с нами добивать. Экстрема, брат. Сестра скорее, да, поняла. Можешь мне мут дать, Олег? А то я в РК скажу по привычке, чтоб ману залили. Это ж нельзя. Сразу мут. Нельзя. Царь здесь. Добрый лось, ты тут с нами? Можно завуалированно говорить? Все, мы играем в игру, ты все пропустил. Ну ладно, не говори в РК ничего, хорошо? Окей. Холокост, ты кинешь на третьей фазе, как огурчику СС, ты понял? А можно только просто здесь какую-то левую херню? Ну, можешь рассказать. Ну, просто ты так делаешь, да? Мне, я думаю, мне нужно. Автобус едет, например, Джей, уходи от автобуса. Так, все готовы. Go. Да, начинай, мутант. Мутант, ты тут? Thank you.
Такая тишина успокаивающая. Аж встает, блядь, а? Думаешь, в комнате никого нет? Можно заняться собой? У меня три кошки на кровати со мной лежат. Помолчите. Тебе повезло, конечно, с женой, да? Но это не точно. Какая твоя любимая? Включи нам их мурчание, слышишь? Чуть-чуть впадло, что ли? Не. Ты-то при чем тут вообще? Беги, малышка, беги! Псих что-то опаздывает с инфой. Эх, ладно, мурчание, да? Трепещите, ничтожные, перед посланником Смертокрыла. Кида. Я подыму. Беги, малышка, беги! Я, Виталик, я. Не видел. Теперь ты, Виталик. Сука, ёбаный я. Как можно быть таким? Как так? Блин, я стою к такой, стою. Да я, короче, я хотел, ну я бафал лапу, и в этот момент пытался Локу написать, чтобы он Пета перепризвал. Посмотрю, метеор такой падает. Думаю, зря я писал, конечно. Самое важное, что, блядь, надо сделать после вставания, это Локу написать.
Перепризыве, понимаешь? Перепризыве. Ну это ж демо-лог, как мы без демона побили. То есть у тебя есть лог, да? Надо, блядь. Не, ну мы были близки. Это перепризвать, сука, я потом... Ну, почти нормально бить, если бы 5 человек поменять в рейде, можно так все время убивать. Тебя в смысле? Ну, меня, да. Не, ну просто умрите представь, там, у нас трай, короче, ну, объективно, без обид, там, скажем, хант, типа, короче, который всегда мы ругаем за напул. Маг, наверное, первый раз с нами в РС, она 6к ДПС, бедная, еле-еле выжимает. Лок, первый раз в жизни локом играет, попал, ну, демоном, попал в РС-ку. Просто, ну, рейд не суперский собран. Для таких условий, в смысле. А так вообще нормально, тихо, так приятно. Я считаю, это минус один КВП. Так вот не говорите, что на пулу не было. Не-не-не, с на пулу проблем, наверное, не было. Я только не понял, что Холокост-то умер. Он там танка что-то ругал. Блин, да тьма. Не бей трэш, когда он только приходит, понимаешь? Стопни, дамаг, у тебя же есть мозги. Тьма, зачем вы били? Я писал, чтобы вы стопнули. Давайте ресетись быстрее, пойдем так. Ладно, смотрите, у вас есть, если мы сейчас убиваем с первого трая, это что, выходит 2к ИП, да? 3. Не. 4, ты сказал 5, сейчас косарь всем отнимай. Можешь сейчас отнять косарь ИП и снова пойти без РК. Да. Мы будем выигрыш, если 5к ИП за. Я больше писать ничего никому не буду, сами там думать. Ну я попишу, мне не сложно. То есть, вот эта фраза, хорошо, давай. Я уже был, теперь ты, а это прям... 5КИП, 4КИП, все то же самое. Дайте только бафы. Так ты косарь от своей суммы будешь или от всех отнимать? От всех. Вот сейчас 4КИП. Так ты тогда всем отними. Стой, 4КИП? Нет, от ставки он отнимает, а не от всех ИП. Я от ставки отнимаю. Подожди, если мы сейчас убиваем без РК, это получается сколько? 6к? 4к. Ну, 2к за РС и 4к за ставку. Нет, ты хочешь наебать меня, я смотрю. Давайте попробуем еще, вроде нормально было. Просто Холокоста, не бей трэш. Царь зверей, не бей трэш. Хант, нанеси за отметку, а не вправо. Виталик, если кто-то умрет, линкани там по БР какой таймер, хорошо? И трэш чуть дальше отводить, там а то растет. У нас был, ты тут? Тут ровно отходил. Один у нас БР, удар Эксайдер. Назгул, а ты стой подальше от босса, ты опять все время подходишь к нему. А можно говорить, когда заходить или нет? Кто там просто экстрема сразу не зашла? Ладно, говори. Спасибо. Это не критично. Вообще-то это критично. Сагрили, сагрили. Делаем. Беги. Все, заткнись, Войд. Сам заткнись. Порт тишину. А БРФ нету? Во-во, полегче, ты чё? Да это просто вопрос. Только у Дарксайдера есть. Да. Ну ладно. Ну чисто вопрос, ответ, да? Ну да. Без каких-либо подсказок. Намеков. Только долбоебы не пойму.
Как так? Мне кажется, мы сильно много печатаем. Нет, просто спорили херового босса и не все начали. Заходите, нормально. Хорошо, Слав. Брат, спасибо. Типа я видел эту спуду. Просто Валера почему-то остался за стенкой. Но он был здесь, как бы. Какой-то нехороший человек пулит. Кто это? Там, короче, дымок кинули, и дымок сагрел. Вот так было. Нет, там прист вроде вызвал собаку какую-то. Ну, вроде под боссом собака была. Там Рога в стелсе поблизко-близко подошел. Прист собаку вызвал. Но как спулилась под боссом, была в этой тени, это Shadow Fiend пристовский. Нет, это мой демо был. Последняя попытка, 3 КЕП. Да пошли они в жопу, мне кажется, нет? Нормальная игра. Не надо. Да нет, дело не в ЕП даже, просто интересно, можно убить таким рейдом без РК? Да нет. РК нельзя. Че, сказать, кого поменять? Чтобы убить визурка. Да, заебал, не кикай меня. Это смешно, но нет, я не о тебе. Сейчас бы на метеоре умирать. Смотрите, экстримка, волка, какая огурчик, Мерлин. Типа тёлок всех. Герцоги. Кто тут гомофоб? Кто тут гомофоб, Виталь? Он стролит. Я не знаю, но пусть хотя бы играет получше. Как их, блин, тут? Интересно, ты сказал гомофоб? Я сказал, кто тут гомофоб. Ристабам. В жопу, не, где рыбка? Есть рыбка? Не, ну реально, это как... Сука, ну давай кого-то еще... Значит, у тебя тоже на них есть претензии, как у меня. Просто ты, короче, такой, ладно, я ничего говорить не буду. Ну давайте я добавлю еще Кригера, Носка, короче, Пряника, Макгрегор. Это вроде все пацаны, да? Синдин, ты тут? Кригер хуёвый, что ты говоришь? Ну конечно, хуёвый, говорю. Но ты видишь, что они делают? Я просто вижу, что они делают. Они делают не то, что от них надо. Интересно, чем Даня занимается. Вот прям сейчас интересно. Хуйней он занимается. Вот. Подробнее, пожалуйста. Нам нельзя ничего говорить, понимаешь? Да трэш ты уешишь просто. Все, все готовы, иди пуляй. Меня слышно еще, да? К сожалению. Да, я тоже согласен, что, к сожалению. Сука, звездопад не прожал. Он нужен тебе. Пойду.
Вот хочется куда-то сходить, да? Но нельзя. Да, вообще лучше не ходить. Вот чувствую, скоро можно, вот. Прям. Виталь, да мы видим, что ты пьяный. Виталь, успокойся, брат, сходишь еще. В курсе, что в Москве 52% хачей. Сейчас бы вытяну свободу, да? Про выход новой игры, да, Джерри? Last of Us 2. Главное отойти от места, где она выходит. Выросли продажи. Но не твоих видео, да? Что, в Москве тут тоже хачи есть? Футбольная организация получила быстрый рост. Что-то давление понизилось, блядь. Москва, столица Кавказа. Марина. Рома, я все знаю. Падаем. Согласен. Блин, может быть, я помогу вам? Выйду вслед, затанчу. Сейчас смотрите, я выхожу. Слишком много материальности, 60% свету. Там 50 было. Да нет, блин, я очень долго бил Халена, чтобы было 50. Так я тоже убил. Нет, материальность вообще было все нормально. Ну 60 было, и он умер. А на 60. Ну так это нормально. Обычно. Когда 60 было раз, потом еще раз, потом еще раз, три раза было по 60 уже. Так. Но у нас после второго метеора было 60. Это вообще для рейда наоборот хорошо. Мы не стопаем в этом случае. Блин, это плохо для хилов и для танка. Обычно по 40-50 мы стопаем, и никто не просаживается. Танки могут проживаться и кинуть. Там, во-первых, Коля танчит, который не знаю, когда танчил последний раз. Да нормально он танчит, просто пружинки не бесконечные, блядь. Секунду отошел. Три раза подряд никто не затанчит. Если только хилы никогда метки не носят. И какие-нибудь там Торин в осадок сидят. Там не в коле проблема, я пока кричал Дим, он сдох. Ну, такой. Без Дима я тоже не мог его подхилить. Куда ты кричал? Три друида. У тебя нормально было с маной. Прожал крик, но я же без мышки играю, пока все это прожмешь. Прописал гимн, и он такой... У тебя нормально было с маной, я смотрел специально, когда гимн дать. Там 27% было уже. Ну, тебе это мало, что ли? Да, мне это мало, это перебежка. Ну ладно, давайте все заново, с первого трая убиваем 3 КИП, если нет, то все 2 КИП потом. Все, релить можно?
Да, говори. РЛ тогда. Заходите за линию, сейчас. Дайте приставов. Каску дайте. Ладно. Пишите, пожалуйста, про протопалу держать трэш возле босса, куда убегать, потому что вижу там проблемы с этим ДПС. Но нет, он босса. С меткой был. Там один раз далеко отбил, может быть, с меткой был. На первой фазе он даже без метки убегает. Просто походу все за трэшем бегают, и никто босса не дамажит цвету. Я бы. Ладно, сейчас посмотрим, если замечу, скажу ему. Как огурчик, чеха не хватает. Все заходите за линию, все готовы, начинаем, мутант. Непривычно что-то говорить. А уже в квадрате. Я офнул голос, не переживай. Холокоста. Холокоста, выноси метку. Ты сворачивал просто в руку, еще смотрел, кто там фонит. Лола, метка. Так, метеор, побежали. Пока, Лола. Ать, разгоняйте, да. Мы уже в рейде, давайте в квадрат. Пока, Рома. Дарксайд, поднимай Джея. Вставай. Как огурчик, вставай. Быстрее. Иннеры, как огурчику. Бафы. Халиона бьем. Больше дамаги в Халиона. 9 секунд. О, нормально. Так, каску по Колипалу. БДК, заходи, рейд, заходим. Холокост, смотри за метками и за трэшем. Зипер метка. Так, смотрите внимательно лезвие. Лола, выноси метку. Царь зверей, давай иннер Лоли. Заходите. Не добили, да, еще. Заходи. Кто не давал иннеры, дайте Лоли иннеры. Бафы пош. По друидам. Что там не хватает еще? МК. Холокоста. Холокоста метка. Длань по Холокосте. Мерлин назад метку. Фаза пошла, смотрите, сейчас будет метка, не в портал. Пристала метка. Все, выходим в свет. Так. Давай, рост. Так, давай поставь тотем прилива. Deadmind, спой гимномона, что-то вы просили жестко. Джей, метка. Ставь тотем Джерил. Стоит дом. Чтобы она не развится. Побежали. Побежали, метеор. Так, лужа в рейде. Караул. Квадрат встали. Экстрема, выноси метку. Трэш, танчи в квадрате. Этернити. Видишь, где квадрат? Сюда. Босса стопните, нас гул. Босса не бей. Так, давайте в трэш сыграли. Милики в трэш, РДД большого голема. Забыл.
МК в цвету. Дедмай, назад метку. Встали в квадрат, сейчас будет метеор. Фристайл его на синет. Давайте в квадрат, сейчас будет метеор. Танк. На танке метеорит, поворачивай на рейд, в квадрат встали. Халиона, Светлана Бич, ждем лужи. Сбьем только трэш. Кригер метка. Бейте большого голема РДД. Давайте быстренько сливаем. Бейте взрывом разума. Так, иннеры обновились. Заливайте транга. Носок назад метку. Встали в квадрат. Сейчас будет метеор. Так, побежали метеор. Алена, бьем пару секунд, потом трэш. Лужа в рейде. Встали в квадрат. Отверните метку. Бейте пока Алена, ждите трэш. Иссушение по-большому даем. Все, давайте, бьем трэш. Большого глема, бьем РДД. Этерники хилим. СС на какогурчика повесь. Только трэш свету бьем. Алена не бьем свету. Носок метка. Бейте, добивайте большого голема. Все, бейте Алена. Так, метеор, побежали. Так, смотрим лужи. Лужа в рейде. Отошли от лужи. Халена, святой не бить, бьем только трэш. Хильте протопала БДК, бейте пока трэш, потом добьем Халена уже. Давайте, РДД большого голема. Не, не надо рысать. Так, транга, выноси метку. Этерники, давай сакру. Каплю на пряника. Отошли в квадрат. Сейчас будет 60, добьем Халена. Так, побежали. Все, добивайте Халена. Лужи нормально. Алкоста, выноси метку. Алкоста, вынес. Макгрегор умирает, молодец. РТД на...